саженцы Вейгела гибридный Bristol Ruby, Bristol Ruby, очень популярны среди разновидностей этого кустарника. Крупномер достигает 2,5 метров ввысь и имеет пышную крону. Этот сорт быстро растущий, его побеги свисают. Время цветения Вейгела гибридный Bristol Ruby приходится на середину лета, июнь-июль. Соцветия состоят из от 3 до 5 цветков, имеют колокольчатую форму и рубиново-красный цвет. Листья растения долго держат цвет и опадают только поздней осенью. Они имеют эллиптическую форму. Условия для хорошего роста. Много солнечного света. Почва с достаточным уровнем кислотности. Защита от ветров и зимнего холода. Отсутствие сильных морозов. Вейгела цветущие Bristol Ruby — это кустарники высотой 250 см, диаметром 180 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Аромат у цветов слабый. Второй раз в году Вейгела цветет в месяц август-сентябрь. Окраска цветка красная. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 1,8 см. На цветоносе обычно располагается от 2 до 4 цветков. Лист растения по форме эллиптический. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.